В Тверской области более 850 многодетных семей обратились за компенсацией произведенных расходов за вывоз ТКО. Напомним, что с текущего года начата работа по формированию современной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, разработана дорожная карта, создан региональный оператор. Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. Обращение за получением льготы семье, зарегистрированной в качестве многодетной в Центре социальной поддержки населения по месту жительства, не требуется. При рождении третьего ребенка льгота предоставляется с 1 числа месяца следующего за месяцами регистрации семьи в качестве многодетной в Центре социальной поддержки населения. Семья, где количество детей не менее 3, плюс, соответственно, 2 родителя, это 5 человек. Арифметика простая. В месяц, ну, это получается уже определенная сумма денежных средств. Если в год, это там, более 30 тысяч рублей получается. Поэтому для того, чтобы эти деньги остались в бюджете многодетной семьи, такое решение мы приняли. И механизм мы выберем. Либо это будет компенсация оплаченных платежей, либо это будет обнуление ставки. Все сейчас будет сделано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, мы приняли решение, чтобы эта мера работала с 1 января текущего года. То есть тогда, когда с той даты, с какой была введена самооплата за вывоз твердых коммунальных отходов.